А поставишь Бейонсе? Ну, конечно, нет. Кто доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Евродиско. Евродиско. Первого января 2016 года релиз диджея Eurodisco Bells of Paris. Modern Talking Russian Fans. Возвращение легенды. Классный рисунок.